Осиное гнездо. Большой обоз. Может и они. Вызывай досмотровую группу. Всем привет. Я продолжаю проходить кампанию «Афган. Забытая война». Будем проходить миссию «Осиное гнездо». Задание у нас будет досмотреть колонну. Начнем. Ну все, опять сейчас будем. Думаете, там еще кто-то выжил? Отлично. Эх, жаль. Самых ценных потеряли, между прочим. Гранатометчика и снайпера. Так, приближаемся к колонии. У нас там что-то план, да? Уничтожить. Охрану мы уничтожили. Пока что все. Ну, как вы знаете, миссии не могут так просто заканчиваться. Лейтенант, отправляй на вертушки пленных и раненых. Машины и оружие сжечь. Сейчас броня подойдет. Грузимся и идем к кишлаку. Заходим со стороны ручья. Разведка там противника засекла. И караван, похоже, в кишлак шел. Десантура, поддержите пехоту. Надо деревню побыстрее взять. В колонии БХ есть свободная, на нее садитесь. Вас понял, идем на погрузку. Нет, на земле. Начинаю движение к точке. Так, отлично. Теперь у нас задача будет уничтожить кишлаки. Понял,
не нравятся мне все эти танки разрушенные, сгоревшие машины. Нормально какой-то чувак со слом одет, как в фильме «Кавказская пленница». Вот и город виднеется. Что-то мне не нравится, как мы едем прямо на него. Не думаю, что нас там с хлебом и солью будут встречать. Машины все. Отлично. Так, и что будем делать дальше, командир? Бойцы, двигаемся группой! Но сохранение-то автоматически что-то плохое будет. Ну вот пулемет. Вот какой-то хрен стоит. Вот трое хрена каких-то стоят. Сразу же его уничтожил. Чтоб у него даже мысли не было за пулемет сесть. Ох. Как у меня хорошо-то получается. Наши уже вовсю идут. Блин, короче, хрен знает. Непонятно, какой-то типок был. Это точно. Да, вперед пойдем. Грузовик уничтожили. Быстро пошли! На рожон не лезь! Вот они! Обозначают трассерами! Осторожные суки стали! Обходи его! Хорошо. Буду обходить. Боже мой. Прямо на моих глазах умер чувак. Все готово. Всех уничтожили. Похоже. Ах ты ж ёб... Оу, май. Вот это он и есть. Адиль. Сколько за ним гонялись. Молодец, Антон. Вот и все. Мы прошли кампанию «Афган. Забытая война».
Что ж, что можно сказать, что компания очень хорошая. Тут люди хорошо постарались. Мне понравилось играть в нее. Ну а я с вами прощаюсь.